Ну, это наш учитель по грибоводству с Украины. Уфы идут, бля. Уфы. Не видел, да, по скайпу. Выросла? Да. Больше, чем она? Или еще через сколько ей? Ну, где-то вот такая, ну совсем другого окраса. Тоже такая красивая. Наша худая. Ваша худая, да? Да. Но она у меня сейчас поправилась. Она, если все нормально, то через месяц должна рожать. Она более-менее. А так он ее, когда обратно забрал, она худая была, половина. Сидет. Нет, так ей, наверное, больше лет. А это 3 года. После, ну, 3 года. Держала. Да, нашей 10 месяцев пока. А, она еще расти будет. Дай лапу, дай лапу. А, я как красавец. Сиди, Ярка, сиди. Сиди. Верно? Ну, сидеть. Она пока. Сиди. Сиди. Ай. Молодец. Ай, молодец. Дай лапу. Молодец. Ай, молодец. Ай, дети, потискай. Здесь ближе посмотрим. Красивые. Ой, красавцы какие. Да, ты что? У нас сейчас стало модно на свадьбы брать. Да, да. Вот эти голубей. Они там держат. Держат их в клеточке, там вот молодые уже их выпускают. Они же, естественно, прилетят обратно в голубять. Я А, красавцы какие. Что, бьет колокол? Да. Здесь ящики я имел птенца. Понятно, что-то. Так и эта пара, сколько она существует, у меня только одного птенца вырастила. А теперь вот было 2 таких больших, то 2 сотрешных. А что так? Или это родители такие агрессоры? Да, есть пара. Слушай, бывает, у нас в перепелках была какая-то перепелка-убийца. Ну вот реально, выняли ее, посадили отдельно в ящик. Держи лестницу, чтобы она. Держи, чтобы она не ушла, лестница. Вроде все нормально, знаешь, не это самое. Посидела там в ящике, потом выняли из ящика, пустили обратно. Вот только появляется в клетке, начинает всех. Короче, кошмарить всех перепелок. Непонятно, да? Да непонятно, это на глазах просто. Кто-то занимается вот живодерней, закончилось, естественно, чем должно закончиться.